Ну и напоследок я хочу сказать, что я на самом деле очень счастливый человек, очень счастливая женщина, потому что только совершенно недавно, буквально вчера, позавчера, благодаря вот моему новому проекту Red Star Podcast, меня осенила, озарила мысль о том, что у меня в моем окружении столько талантливых людей, столько талантливых друзей, что мне кажется, мне всей жизни не хватит оставшейся для того, чтобы успеть взять интервью у всех. Но я буду очень стараться, я обещаю. И наше окружение — это действительно большое богатство. И большое счастье, когда тебя окружают такие люди.